Егор, может, ты мне все-таки поможешь? А, да, конечно. Вон под серым шаром пустое место. Вот туда вешай. Спасибо, помог. Всегда пожалуйста. Мам, пап, я уже написала письмо Деду Морозу. Проверьте на ошибки. Давай проверим сейчас. Угу. Ты только проверяй, а не дописывай. В смысле? А что ты решила, что я собираюсь что-то дописывать? Ну не мог же ребенок в прошлом году попросить у Деда Мороза куклу, и чтобы бабушка весь год не приезжала. Зато это сработало, да? Да. Правда, я не хотел, чтобы прям все по домам сидели. Ну, это тоже подойдет. Так, дорогой Дедушка Мороз. Дорогой, не из дешевых-то. Я себя в этом году хорошо вела. Ну, тут можно поспорить. Полочку ты так и не прибила. Так, подари мне, пожалуйста, планшет. 1, 2, 5, 7, 12, 30... Что это за цифры? Папа, это серийный номер, чтобы Дедушка Мороз подарил мне именно этот планшет. А еще я вот QR-код нарисовала. Молодец, доченька. А то будет, как у мальчика Миши из соседнего подъезда, который попросил у Деда Мороза огнедышащего дракона, а под елкой утром обнаружил нашего папу с перегаром. Так, ну ладно, это... Кируся, слушай, а ты не могла бы заказать у Дедушки Мороза что-то другое? А почему? Ну, трудный был год для Дедушки Мороза, поэтому у него может просто не хватить денежков. А мне кажется, что хватит, если мальчик Егор попросит у Дедушки Мороза спиннинг подешевле. А почему это страдать должен мальчик Егор? Может, эта девочка Маруся закажет себе не шубу? А чего это не шубу? Потому что она себя плохо вела. Это я себя плохо вела? Да. А вот девочка Яна из соседнего подъезда вела себя еще хуже. Но почему-то к праздникам получает новый айфон. И даже два. Так что, получается, надо вести себя плохо? Ой, нет, маленькая ты еще плохо себя вести. Не надо, да. Слушай, Кира, ну... Ты же в курсе, какая сейчас ситуация в стране? А дедушка, он же в группе риска. Может, не стоит его засылать в магазин по всяким пустякам? Значит, как за планшетом Дедушка Мороз боится идти. А как за второй бутылочкой пива ни снег, ни дождь ему не страшен, да? Так, ты... Нет, ну... Вы должны понимать, что это же не просто подарок, это дорогой подарок. Тут надо письмо писать не только Дедушке Морозу, тут еще и Святому Николаю, и Санта-Клаусу, и, наверное, даже и Виктору Ивановичу из кредитного отдела, из банка. Если Дедушка Мороз в этом году подарит мне планшет, то следующие 2 года я могу ничего не просить. Дедушка Мороз на это второй раз не поведется. Не было такого. Еще как было. Девочка Маруся попросила у Дедушки Мороза сапожки и сказала: «Дедушка Мороз, я следующие 2 года вообще ничего просить не буду». А уже на следующий день потащила Дедушку Морозу в торговый центр выбирать себе сумочку под эти сапоги, а потом еще и пуховичок. Так что не надо. Кирочка, а что ты хочешь еще, вот, ну, кроме планшета? Не знаю. Я бы хотела с друзьями сходить в квест-комнату. О! А ты возьми своих друзей и сходите к папе в гараж. Там еще та квест-комната. Если что-то захочешь найти, там можно полдня провести. Знаешь что? А ты лучше возьми своих друзей и сходите к маме в сумочку. Да, там куча всего, но вы ничего не найдете. А если я у Дедушки Мороза попрошу велосипед? Велосипед? Зачем тебе велосипед зимой? Ты летом попроси, он тебе летом подарит. Ага, а летом скажет: давай лучше зимой купим, а то зимой скидки, а летом дорого. И так по кругу несколько лет. Мама, откуда ты знаешь? Ты что,
У Дедушки Мороза тоже просила велосипед? Не велосипед, а шубу. Но схема у Деда Мороза не меняется. А еще я хочу себе наушники. Так у тебя же есть. Беспроводные. Только не так, как в прошлый раз, чтобы от моих старых поломанных Дедушка Мороз просто провод ножницами отрезал. Так, ладно, все. Заказывай любой подарок. Правда? Да, любой подарок в пределах 200 гривен. Мама, а как ты думаешь, мое письмо Деду Морозу дойдет? Я думаю, что в этот раз дойдет. Потому что если не дойдет, он у меня 2 недели будет спать в своей Лапландии. Дед Мороз на балконе спать не будет. Кто там? Привет, соседи, с наступающим! Здорово! Ух ты! Какая елка красивая у вас! А Маруся, как божественно выглядит! Ой, ну все, хватит, хватит, сегодня не нальем. Я, если честно, вообще не за этим зашел. Егор, слушай, да? У тебя случайно нет паяльника? Барсик, скотина, взял гирлянду перегрыз, а? Так что, ты хочешь запаять гирлянду? Нет, я хочу Барсика наказать. Чтоб больше ничего там не грызть. Да, я бы с радостью, но просто сосед взял паяльник еще 2 года назад. Если он вернет, я тебе сразу дам. Тут скотина, ну вот козлина, я бы сказал, а? Ну как вот взять у человека вещь и 2 года не возвращать, а? Вообще-то это ты. Я верну. Обещаю, сейчас вот Барсика накажу и сразу верну. Окей. Дядь Жень, а что вы у Деда Мороза заказали? Ой, Кирочка, тут такая вообще странная вещь. Я что бы у Деда Мороза не заказывал, он мне всегда дарит либо носки, либо трусы. Скорее всего, я думаю, на почте кто-то мое письмо вскрывает и что-то там переписывает. Вот! Барсик, скотина, шары начал бить. Но ничего, сейчас я его к ветеринару отведу. Как говорится, око за око, шар за шар. Может, у тебя секатор есть, я... Ты сначала паяльник верни. Ладно, с наступающим. Барсик, стоять! С наступающим. Мам, пап, а может, я у Дедушки Мороза хомячка закажу? О, хомячок, отличный вариант. Ой, а что этот хомячок? Только ест, спит и в туалет ходит. Зачем нам второй папка? Это я, значит, хомяк? Ты... Да я сейчас в любой момент подорвался и... Он прибил эту полку. А нет, все-таки есть одно отличие от хомяка. Наш папа врать умеет. Ты что, ребенку такое говоришь? Кошмар! Ладно. Тогда я попрошу у Деда Мороза то, на что у него хватит денег. Вот! Ой. Мудрое решение! Какая ты у меня умная! Ой, доченька, я тебе не советую так писать. А то получишь, как я в прошлом году, открытку. А в ней деньги? А, если бы. А в ней стих. Зато очень красивый. Очень. Ну какой красивый. Какой? Осень отступила, и зима пришла. Мой тебе подарок. Муа. А давай я в этом году буду тоже поэтесса. Давай? Вот ты ко мне придешь в спальню после праздника, такой нарядный, такой красивый, а я тебе из-под одеяла стих расскажу. Какой? Взрослая я стала, не верю чудесам, если стих в конверте, остальное сам. Аху! Вот так ты заговорила? То есть ты со мной тут из-за вот... Я уже придумала, что я попрошу у Деда Мороза! Что? Я хочу, чтобы вы больше не ссорились. Попросила у Деда Мороза братика. Доченька, ты у нас самая лучшая. Вот прям самая лучшая на свете. Знаешь что? Вот мы с папой обещаем, что сделаем все возможное, чтобы Дед Мороз тебе подарил именно то, о чем ты мечтаешь. Да. Ладно, я пойду брошу мое письмо в самый дальний почтовый ящик. Молодец.
умная. Так. Ну что, пойдем? Пойдем. А ты куда? Ну, в спальню братика делать. В магазин за планшетом. Слушай, ну, ну пойдем в спальню. В спальню же по дороге в магазин. А, ты мне не хомяк. Ты у меня прям кролик такой, да? Да, да, немножко есть. Пойдем, пойдем. Так. Оп. Вот сюда. Саша. А? Ну, а что ты делаешь вообще? Ну, а куда ее девать, эту бумагу? Кто-то в марте очень сильно Так, ну это слишком, украшать елку туалетной бумагой, ну. Так, ну нормально. Ну и сюда, как говорится. Саш, ну это перебор. А что вместо салфеток будет у нас? Я так понимаю, у нас будет на столе консерва и гречка, как символ уходящего года, да? Что? А, подожди. Вот же еще. Саш, ну ты каждый год, 5 лет подряд выставляешь эту бутылку, но никогда ее не открываешь. Да потому что она стоит 10 тысяч. А в этом году, может, психану и открою. Может, это вообще последний Новый год. Да сплюнь. О! Мамочка, папочка, я все там велочки помыла и протерла. Молодец. Твоя. Моя. Так. Для тебя, мама. Так, и, конечно же, для Дедушки Мороза. Пойду еще салат нарежу. Дедушки Мороза. Сашенька, а во сколько Дед Мороз придет? А, ну, Дед Мороз уже придет, он там, ну, у них же там график какой-то, они же там... Саша, а ты заказал Деда Мороза? Здорово, соседи! Привет. Пошли на улицу салют запускать, я уже один запустил! Погнали! Так, Саша, нет, никуда Саша не пойдет, потому что Саша наказан. Кира, пошли на улицу салют запускать! Спасибо, дядь Дим, но я не могу, я Деда Мороза жду, он мне обещал подарок подарить. А, ну ладно. Ну вы выходите на улицу, когда услышите звук салюта. Ну или звук пожарной машины, как в прошлом году. Викусь, я пойду мусор выкину как раз. Так, стоять, Саша, никуда ты не пойдешь. Потому что ты в прошлом году пошел мусор выносить, и что, вернулся под Рождество. Вика, я ж тебе рассказывал, меня бомж побил там. Угу. Кирочка, принеси еще бутербродики там. Саша. Я спрашиваю, ты Деда Мороза заказал? Не, ну, Вика, ну, блин, ну какой Дед Мороз вообще? Сейчас вон, все на самоизоляции сидят, карантин. А что ты будешь Кире говорить, а? Ну... 2 года назад ты сказал, что Дед Мороз не прилетел, потому что он, видите ли, за Лешко голосовал. Позапрошлом году ты что сказал? Что он не переобул зимнюю резину и поэтому застрял на трассе. Правильно. А в прошлом году ты пьяный ляпнул Кире, что, видите ли, ада у него в черном списке. Ну, блин, Вика, мы тогда кредит выплачивали, ну что я? Да, Саша, тебе вообще не стыдно? Да ребенок старается. Она весь год всю домашнюю работу за нас делает. Она посуду моет, пылесосит, убирает все, удочки твои после рыбалки разматывает. Вот молодец, а должна делать это ты. Сашка, ты пойми, ребенок идеальный. Она полугодие закончила на 12. Она в доноры записалась. Она в приюте за животными ухаживает. Она, между прочим, все свои карманные деньги отдает в фонд борьбы с бедностью. Вот зря она вот это делает, зря. Все, я ей больше ни копейки не дам. Ты не даешь, она у меня берет. Она ходит на макраме. На плавание, на гандбол, на футбол. Языки иностранные учит. Она все делает, лишь бы Дедушка Мороз вычеркнул ее из черного списка. А ты? Что ты скажешь в этом году? Что Дедушка Мороз заболел коронавирусом? Или что, может быть, Илон Маск его в космос запустил на своей ракете? О, слушай, а давай скажем, что его дядя Дима салютом сбил. Это глупость, Саш, ну ты идиот. Ну, блин, ну Вика, ну честно, ну не было у меня времени. Целый день вожусь тут по дому. Он пока елку украсил, пока салфетки на стол поставил, пока он бумажку свернул под ножку стола положил, чтобы он не дергался. Целый день на это все ушло. Он даже мусор не успел вынести. Стоять! Блин,
Ну, я не знаю. Ну, давай что-то придумаем. Ну, давай скажем, что папа в этом году себя плохо вел, и поэтому он в черном списке. Ну. Я так и знала, что на тебя нельзя положиться, и поэтому сама заказала Деда Мороза и оплатила подарок. Умничка моя хорошая. Молодец. Мамочка, папочка, я бутерброды сделала. Надеюсь, они Деду Морозу понравятся. Пап, а еще я унитаз починила. Вдруг Дедушка Мороз в туалет захочет, а у нас унитаз поломан. Нехорошо же, расстроится и занесет тебя в черный список. А мне тебе жалко. Молодец. Видишь, идеальный ребенок. Ей осталось вакцину изобрести от коронавируса, и все, идеальная. Алло? Да, заказала. В смысле не приедет? В смысле заболел коронавирусом? А можно другого заказать? Как это все расписаны? Как это расписаны все до 5 числа? До 5 числа? Что делать? Ой, не знаю, не знаю, не знаю. Папочка, давай я пойду мусор вынесу. А то Дедушка Мороз придет и расстроится, потому что ты его с мусорными пакетами будешь встречать. Нехорошо. Кирочка, Кирочка, солнышко, подожди. Я должна тебе сказать кое-что важное. Может, не надо? Что-то с бабушкой? Нет, с бабушкой все хорошо. К сожалению. Саша! Понимаешь, Кирочка, в этом году твоя мама... Так, Вика, все, давай лучше я. Да. Кирочка, понимаешь, в этом году твоя мама лоханулась. Саша, ну что ты такое говоришь? Кируся, дедушка в этом году, он летел, он очень сильно спешил к тебе на Новый год, летел на своих волшебных санях, а тут дядя Дима во дворе взял и бабахнул своим салютом. И попал прям в сани Деда Мороза и капец. Папа, Дедушка Мороз жив? Ну как, он летел такой на санях, и у него салют бух, и он такой... Все, сейчас спасатели ищут черный ящик. Да что ты говоришь? Ты понимаешь, спасатели, они взяли Дедушку Мороза и отвезли его в больницу. Да. А Снегурочка? Что Снегурочка? Снегурочка же она еще на карантине спилась совсем. Саша! А Снегурочка, ее в санях не было. Она поехала отдельно от Дедушки Мороза на такси. Да, Дима в нее не попал салютом. Да, хоть и снайпер. А почему Дедушка Мороз снова не взлетит? Он же волшебник. Как он взлетит, солнышко? Ну как можно взлететь на инвалидном кресле? Да ну, Саша! Ну, в смысле? Он просто плохо кушал, поэтому у него сил нету взлететь. Да. Ладно, это все долбанный 2020 год. Я знала, что какая-то гадость должна случиться в конце. Пойду унесу мусор. Блин, Вика! Что? Ты в своем уме? Что ты несешь вообще? Ну а что я должна была сказать? Правду надо было сказать. Про коронавирус? Да про какой коронавирус? Про то, что его не существует. Коронавируса? Да Деда Мороза! А что Дед Мороз? Дед Мороз, может быть, Димку попросить переодеться, а? Да как она его сразу узнает? Он же одноглазый сейчас. Ой, ладно, с Дедом Морозом, с подарком что делать? Саш! Ну что ты вообще, что ли? Ну да, она его узнает. Уже ж не первый год видит. Сюрприза не будет. Мама, папочка, смотрите, кого я нашла! Ой, возможно, это котенок. Разрешим приютить? Да, но только до Рождества. Он летел ко мне и сбил салют, бабах! И он упал прямо к нам во двор. И я его нашла! Кого? Деда Мороза! А вот и я! Ну, блин, Вика, это же он! Да, это он, Дедушка Мороз! Да, это я! Это тот мужик, который меня в прошлом году навалял! Он летел ко мне и сбил салют, и я его нашла прямо за мусорными баками! Так все и было! Дедушка Мороз! Правда, пахнет не очень. Ну, наверное, с дороги.
Правда, мой подарок он где-то потерял. Ну, это ничего страшного. Главное, что Дедушка Мороз живой. Как это подарок потерял? Я тебе принес конфетти. Спасибо. Дедушка Мороз, ты же, наверное, очень-очень голодный. Садись, покушай. Вообще зачет. Кирочка, Кирочка, ты понимаешь, это не Дедушка Мороз, это бомб. Боже мой, коньяк, мой любимый. Папа, ты что, не рад, что Дедушка Мороз живой? Рад? Блин, на все 10 тысяч рад. Кирусь, ну подумай сама, ну разве Дедушка Мороз пьет спиртное? Мама, он такое пережил. Салют, мусорник, любой бы запил. Подожди, Кирушка, а может этот Дед Мороз не настоящий? Хо-хо-хо! Как это не настоящий? Я летел к вам из самой... Лапландии! Так, если вы такой уж настоящий Дед Мороз, ну тогда сделайте чудо. Да тут этот стол такое чудо. Это чудо уже ничем не перебить. Я вообще-то про настоящее чудо. Да. А ты настойчивая. Кирочка. А ты хочешь братика? Конечно, Дедушка Мороз. Я же это в письме писала. А сейчас Дедушка Мороз сделает так, что мама подарит тебе братика уже к сентябрю. Я тебя сейчас сделаю, ты посмотри на него. Кирочка, а давай ты расскажешь Деду Морозу стишок, и он отсюда уйдет. Да. Рано стишок. Тащи оливьеху. Вот, держи, Дедушка Мороз. Какой-то сон. Сама делала. Да, ну какая умничка. Мне просто это кажется, это страшный сон. Сейчас он пройдет. Мамочка, 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 можно, пожалуйста, Дедушка Мороз останется у нас? Ну, Кирочка, ты что, ну а где же он ляжет? А Дедушка Мороз ляжет с мамой. О, а я? А ты в ванной. Все равно никому не нужен. Да нет, Кирочка, ты ошибаешься. Дедушке Морозу нужно ехать к другим деткам. Да. Нет. В этом году другие детки себя плохо вели. Поэтому я могу у тебя остаться до 7 января. О! А хочешь, у тебя весь год будет личный Дед Мороз. Ура! А Дедушке Морозу не пора ли в больницу? Ведь у него так мало сил после падения. Папа, ну ты что? Ты же сам говорил, чтобы были силы, надо много кушать. Ну, какая молодец. Фига, что? Он сейчас он все сожрет. Да, и что делать? Что делать? Ну, сожрет и сожрет. Дедушка Мороз, а не пора ли тебе там к своей Снегурочке, например? О, точно. Девочка, иди позови Снегурочку. Она там за третьим баком лежит. Ура! Ура, стой! Кирочка, а давай ты сбегаешь за своим табелем и покажешь Дедушке Морозу. Хорошо. Что делать? Что делать? Ну, для начала я свой коньяк заберу у него. А, давай так, я отвлекаю Киру, а ты ему наваляешь. Как я ему наваляю? Это он меня в прошлом году побил. Значит, выпутывайся как-нибудь из этого всего. Слышь ты, Мурло, давай я тебе дам 500 гривен, и ты уйдешь отсюда. Сколько? 500. Приз. 700. Приз. 800! Приз. Какой нафиг приз? О!
Саша, успокойся. Пусть он нажрется, напьется и свалит от нас. Не-не-не. Я с такого поля чудес без приза не уеду. Нашла. Вот, дедушка, смотри, одни 12. Ой, какая молодец! Умничка! Ну все, теперь давай стих. Офигеть! Значит, он у нас тут наелся, теперь ему зрелище подавай. Ой, косёл! Гад такой! Шекспир, король Лир! Охренеть! Да я сам офигел! Это же, наверное, отрывок, да? Нет, мамочка, полностью. Я же так Деда Мороза ждала. Охренеть два. Дедушка Мороз, а тебе на каком языке? На русском, на украинском или в оригинале? Ах, какая молодец. Давай, на каком тебе удобно. Там 250 страниц. Наливайте. Вообще, вот это воспитание. Молодцы родители. Chapter 1. I said the king had more effect at the Duke of Albany than Carnival. It did always seem so to us, but now in the division of the kingdom, it appears not which of the dukes you will his most. For equality as always, that curiosity in nation can make choice for a society. Конечно, что ж ты хотел? 10 тысяч стоит. Да я про дочку твою. А! Да, да, очень круто. Здоров, соседи, еще раз! А это кто? А это Дедушка Мороз. Ага. А это не тот Дед Мороз, который в лифте кучу подарков навалил? А это кто? А это сосед, дядя Дима. Он вас салютом сбил. Но ты не ругай его, ты же хороший. Ах ты, пес поганый! Так, Саша! Саша, вызывай полицию! Да-да, конечно, вызываю. Сейчас, 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 секундочку. Солнышко мое! Что, мама? Я должна тебе сказать правду. Что? Прости меня, пожалуйста, но... В общем, Дедушка Мороз... На самом деле это не Дедушка Мороз, на самом деле это бомж. Я знаю. Нет, действительно, это... В смысле знаешь? Я вас просто с папой выручала. Новый год все-таки. Полиция слушает. С Новым годом. Просто мы живем в такое сложное время, а люди вместо того, чтобы помогать друг другу, дерутся и ругаются. Почему все стали такими злыми? А ведь многие совсем не виноваты, что стали ненужными. В этой системе побеждают только самые хитрые и жадные. Но они тоже несчастливы, потому что им не с кем разделить радость, и они никому не доверяют. Вот вы осуждали этого дядю. А мы же не знаем, кем он был до этого. Может, в прошлом он был владелец турагентства или сети ресторанов? Или просто, как вы? А вдруг в следующем году вам тоже придется подрабатывать Дедом Морозом и Снегурочкой? Или просто за еду работать? Молодец, девочка. Но я еще в 2008-м квартиру в автоматы проиграл. И тебе, Дедушка Мороз, спасибо. Но, к сожалению, тебе надо идти. Мои родители хорошие, но они за меня переживают. Нельзя же первого встречного на ночь оставлять. Ты молодец, девочка. Дедушка, не уходи. Ты моя внученька. Ой, какая же ты умничка. Ой. Ой, ладно, ладно, постелю вам в ванной. Спасибо,
Мамка у тебя хорошая. Ты прям... О! Вот где ты, шмардос жирный, а? Мурло, я тебя за баками обыскалась уже, блин, по ларькам пробежалась. А вот и Снегурочка! Ура! Снегурочка пришла! Ой, а тут детишки, девчатушки Снегурочку ждали! Ой. Снегурочка, ты же очень голодная! Ты не представляешь, за баками все кончилось. Ладно, постелю вам двоим. Подождите, а со мной там еще братья месяцы строительщины, 12 человек. Так, какие нафиг 12 месяцев? Вы что, вообще тут все оборзели? Друзья, я предлагаю Новый год в этом году отмечать на улице. Заодно и салюты попускаем. Пойдем! Ура! Пойдем! Ирочка, возьми! Добрый день. Здрасте. А мы что здесь делаем? Саш, ну как это что? Ну, ты обещал нашему сыну подарить питомца на день рождения. Пришли выбрать. Блин, Вика, валим отсюда. Я тут уже блох набрался, ё-моё. Так, Саша, а? В магазине шуб это не прокатило. И тут это не прокатит, понятно? Или мне вернуться в салон шуб? Не надо. Ё-моё, сигнализация на машине сработала. Блин, нас там грабят. Ты чё, охренел? Мы на маршрутке приехали. Да? Да. Ты да вообще выбрось этот дурацкий брелок, который ты нашел на помойке. Вам что-то подсказать? Да, подскажите, пожалуйста, как отговорить сына покупать собаку? Саш. О. Ну, вы это зря. Животные — это такая прелесть. Вы знаете, общение с ними вызывает у детей массу положительных эмоций. И прошу прощения. Алло, зоомагазин? Что? Вас укусил наш кролик? Вы хотите его вернуть? Не можете, потому что его съела собака? На глазах у детей? И они плачут. А давайте мы вам пришлем точно такого же кролика. Да, со скидкой. Диктуйте адрес. Если что, я в подсобке. Ага. Вика, дети, они же, понимаешь, какие? Они вот им лишь бы попросить. Вот он потом наиграется с этой собакой. И все, потом мне в 6 утра вставать, выгуливать эту собаку, кормить ее, вычесывать, водить к ветеринару, случку там эту всякую делать. Да ты-то откуда знаешь? Потому что у меня была собака. Я не хочу повторять ошибки отца. Так... Мы с Лёшкой будем делать это по очереди. Что? Будить меня в 6 утра? Капец. Да ты пойми, собака — это настоящий друг, и Лёшка будет с ним играть. Вон, во дворе полно собак, куча друзей. Выходи себе, играй с ними. Я вон даже ему разрешу милорда покормить. Какого милорда? Бомжа нашего. Всё. Саш, ты вообще с ума сошел? Да может он заразный? Кто? Бомж? Да! Так ты знаешь, какой у них иммунитет? Я еще ни разу больного бомжа не видел. Я думаю, что вообще он привитый уже. У него ж бирка на ухе висит. Все. Ну что, вы определились? Ну, думаю, вот. А, кстати, эти орешки у вас вкусные. Вообще-то это корм для собак. Зато у тебя будут волосы мягкие, шелковистые. И зубы крепкими. Позвольте вам порекомендовать. Сейчас очень популярный померанский шпиц. Сука. Нет, это кобелек. Не, я цену увидел. Хорошо. Может быть, вас интересуют другие животные, не собачки, там, например, кошечки. На кошек у меня аллергия. Хомячки? Тем более. Саша, ты всю жизнь говоришь, что у тебя на мою маму аллергия. Вот, пожалуйста, ты только напоминание про нее сделал, все, у меня уже аллергия. Он посыпало всего, капец. Я вам могу чем-то помочь? Да. Слушайте, а есть у вас на подарок для моей, для твоей мамы что-нибудь такое ядовитое? Ну там, гадюка или паук тещи ед. Саша, ну хорош!
если у вас аллергия, я бы вам рекомендовал купить гипоаллергенных животных. Они без шерсти. Вот, например, как этот сфинкс. Капец! Слушайте, а шубы из них делают? Они ж по-любому дешевле будут, правильно? Что, тебе косуху можем сделать? Извините. Алло, зоомагазин? Что? У ротвейлера брачный период? Вы закрылись в туалете? Правильно. А чего мне звоните? Звоните в полицию. А, они там с вами закрылись. Хорошо, мы вам сейчас пришлем невесту. Диктуйте адрес. Ага, хорошо, спасибо. Если что, я в подсобке нюхаю под хвостиками. О, смотри, Викусь. Вот это точно взять надо. Вместе с собакой? Какой собакой? Это тебе надо взять поводок. Я тебя раз накинул, по магазинам мы такие ходим, ты только в магазине, так к ноге. К ноге. Очень смешно. Это что, круто? Тогда тебе мы возьмем намордник. И будем надевать его каждые выходные, чтобы ты пиво жрал меньше. Саша, ну ты обещал ребенку купить собаку. Собака — это друг человека. Это в природе. А в жизни все совсем не так. Вот представь себе, кум мой Серега пришел бы ко мне в гости и навалил посреди комнаты. Я бы все уже с ним бы не дружил. Так это ж было. На Новый год. Не помню, значит, не было. Все. А, то есть, по-твоему, и Нового года не было, да? Был. Сашенька, ты, чтобы завести ребенка, ломался меньше. Так ты сравнила собака и ребенок. Капец, я только на 8-м месяце узнал, что ты беременная. Думаю, где ты живешь все время, ё-моё? И потом, беременность, это сложности будут, понимаешь? Ты что, мы возьмем кобеля и кастрируем его. Я надеюсь, ты сейчас про собаку? Я уже не знаю. Ладно, хорошо, давай так. Сейчас, закрой глаза, я тебе кое-что покажу. Ты что, я там не видела? Я говорю, глаза закрой просто, я тебе сейчас покажу хорошо, кое-что. Давай, вот, закрыла. Фу, Саша, что ты делаешь? Вот так вот будет каждое утро, понятно? С этой собакой. Если вам это нравится, конечно, я могу вам с Лёшкой это делать. Я могу еще и описать весь дом, и диван погрызть, и съесть какую-нибудь гадость, нажраться алкоголя, лежать и выть. О, господи, я что-то не то с пола съел. Слушай, ну если ты прям так не хочешь собаку, ну давай возьмем кота. Котик. Решили котика взять? Прекрасно. Кот — это лучший подарок для ребенка. Да? Да какой подарок вообще, господи? Кот — бесполезное существо вообще. Он лежит все время на диване, его корми, пои, ухаживай за ним. А вот это вы зря. Что, меня хоть выгуливать не надо? От котов большая польза. Какая? Последние исследования установили, что кот своим мурчанием может лечить. Вот, класс, берем кота, он будет лечить нас. Да. Пожалуй, кота возьмем. Я тебя его каждый вечер на голову буду одевать. У тебя ж голова все время болит. Очень смешно, очень. На, носи. Капец. Кися. Внучек. Добрый день. Здравствуй. Мне бы животинушку бы какую-то. Mm. А то скучно бабушке на пенсии одной. Понимаю. Возьмите кошечку. О, нет, я всех котиков переживаю. Мурзика пережила, Барсика пережила, Ваську пережила, Сталина пережила. Бабулечка, а вы вон черепаху возьмите. Она 300 лет живет, вы ее точно не переживете. Звучит как вызов. Сколько черепашка стоит? Наверное, дорогая. Не очень, 50 гривен. 50 гривен? Ух ты! Давай. Да, пожалуйста. Давай мне ее. Ух ты какая. Ой, красавица. Спасибо, держите аккуратненько. Давай. Вот. Ой, хорошо, все. Будешь жить у меня, миленькая. Ух, хорошая черепашка. Слышь, Викуська, давай мы, может, тоже черепаху возьмем? А что, я ей две щетки к лампам приделаю, будет по полу у нас ползать. Ты ж давно робот-пылесос хотела, правильно? Слышь ты, щенок! Кубин
Вика, я не буду покупать собаку. Меня в детстве собака покусала, теперь их боюсь. Тебя жлоб укусил. И ты все время жлобишься потратиться. Внук, Вик, и черепаху пережила. Но как? Они живут 300 лет. Ну как? Оказалось, что черепашка твоя стоит дешевле курицы. А бульон по вкусу такой же получается. Вот я решила, зачем переплачивать. Так что давай мне суповой набор. Хомяка, попугая и улитку. Я ничего вам не продам. Уходите. Ну хорошо, по старинке приготовлю голубяку. Что? Вы что, собираетесь голубя готовить? Вы вообще что ли сумасшедшая? Дурак ты! Это пирог из голубики. Голубяка. Угу. А за идею спасибо. Ну что, вы определились уже? Да, определились. Мы определились, что ни собаку, ни кота мы брать не будем. Все. Саша. Ну хорошо, походите, посмотрите. У нас животных много. Если я вам нужен, я в подсобке даю корову. Да ты пойми, ребенку полезно контактировать с животным, а уход за ним скажется на его развитии. Хорошо, давай его на зимние каникулы к бабушке отправим. Он там пару раз свинарник с коровником вычистит, у него сразу же все желание к животным пропадет вообще. Вот про свинушку ты интересно сказал. Смотри, какую хорошенькую. А где вот эти шуточки? У нас будет две свиньи дома. Вот это где это все? Где? Сашенька, у нас дома как раз одна свинья. Это ты. А это мини-пиги. Они чистоплотные. Они где попало не гадят. Прикольный, кстати. Да? Да, клевый. Только предлагаю его ближе к Пасхе брать. А? Шашлыком назовем. А у вас, кстати, специи есть какие-то продажи? Саш, ну ты что, вообще балдел, ну можно... Саш, ну как нет, это серьезно, так? Что ты? Ну я тебя прошу просто выбрать и... Мам, пап... И весь сердце бегал, пока вас нашел. Вот из-за тебя испортили сюрприз, не мог выбрать быстро. Я тут подумал, я не хочу себе собачку на день рождения. Вот мой сыночек, вот мой пацан, пальцем гены не раздавишь. Я хочу сестричку или братика. А что? А хорошая идея! Сына, можно собаку? Нет, братика. Может, кота? Братика. Хомяков давай возьмем. Нет, братика. Свинью давай возьмем. Нет, я тебя слона куплю, сына. Слона. Алена, это салон сотовой связи, да? Что? Вы купили у нас телефон, он не звонит? А как же вы дозвонились? А, вы по Вайберу, я понял. А вы пробовали пополнять номер? Да, да. Нет, это не мы придумали, это операторы. До свидания. Давай живи, да? Внучек, а чего это мы в этот магазин пришли? Эх, бабулечка, я решил тебе новую трубу купить. Трубу? Ой, как здорово. Только это не в этот магазин надо, а в сантехника. Тумкала ты. Бабушка, не ту трубу, сотовую. Сотовую? Так тем более диаметр сотовая. Это точно надо на склад идти. Бабушка, сотовая труба – это мобильный телефон. Мобильный телефон? Так мне труба нужна. Труба. Какая труба? Канализационная. Ты мне сказал, что мы идем трубу покупать. Так я обрадовалась. А сейчас получается, что все деньги на трубу в трубу пойдут. А что с твоей трубой-то? Забилась я. Я разговаривала по телефону и трубу случайно в трубу уронила в туалете.
Вот, и получается сейчас труба в трубе и труба в трубе. Так вот. Телефон-то нужен тебе? Нет, телефон-то у меня есть, вот, вот. Боже, это мамина старая раскладушка. Да, но она какая удобная, смотри. О. Алло, алло. Она сломалась, бабушка? Да? Угу. А я думаю, что ничего не слышно. Ну ладно, если надо, новая труба, давай эту трубу купим. Ну вот. Давай. Добрый день, чем добрый могу день. Помочь? Нам нужен мобильный телефон. Android или iPhone? Нам чтоб звонить, Тумкала. Динь-динь, динь-динь. Странновато какой-то продавец этот день. Нам для бабушки. А, для бабушки, да. То есть вы не пара, да? Все, я, кажется, понял. У нас такие телефоны называются бабкафоны. Вот большие кнопки, большой экран. Понимаю. А себе ты только маленькие покупаешь, да? Маленькие кнопки, маленький экран, потому что все маленькое, да? Нам не нужен бабкафон, нам что-то посовременнее. Вот, пожалуйста, вот отличная модель, большой экран. В принципе, ну, удобно пользоваться. Можно опускать телефон на глубину до 20 метров. Ой, не, спасибо. На такую глубину я не собираюсь погружаться. Максимум метра на два. Да, но оттуда я уже звонить не буду. Вы, наверное, не поняли. Я имел в виду, что этот телефон можно погружать в воду, и с ним ничего не случится. Ой, хороший телефон. Нравится? Да, мы этим мою трубу прочистим, кинем, и мой телефон выкатится. Бабушка. Давайте поймем, вам подешевле кнопочный или подороже сенсорный? Нам чтоб звонить, придурок ты. Бабушка. Сенсорный — это как у меня, когда пальцами все можно увеличивать. Ух видишь? Ты! А пенсию так можешь увеличить? Бабушка, пенсию вряд ли. Ну тогда подешевле, что ты. Нам цена не важна, это на подарок. Главное, чтобы он побольше был. Я понял, чтобы бабушке было лучше видно. Нет, чтобы он в туалет не пролезал. А то она любит там с подругами разговаривать. Да, я понял. Ну, смотрите, вот у нас витрина с большими телефонами, пожалуйста. Добрый день. Чем вам помочь? Нам только посмотреть. Значит, ты дома ночью будешь только смотреть, понял? Хорошо. Нам бы посмотреть и потрогать. Значит, и дома ночью будешь только смотреть и трогать себя. Нам бы посмотреть, потрогать и зарядку вставить. Кстати, ты дома ночью Так, Саша! Мне нужен новый телефон. Зачем тебе новый? У тебя старый нормальный. Он старый! Старый телефон, он старый, понимаешь? Но? В нем вот! Камера не работает, экран треснутый, и он весь скотчем перемотанный. Ну вот как тебе что-то дарить, если ты так с гаджетами обращаешься? Ты придурок, ты мне его таким и принес. Сказал, глянь, что нашел в подъезде, перемотаешь скотчем и огонь. Так, короче, я считаю, если телефон звонит, его менять не нужно. Все. Да! Во! А? Подождите. Ты что, больной? О! Ху! Ух! Звонит! На! Держись, братан! Все, поломался! Ну вот как? Как можно так с гаджетами обращаться-то, а? Ё-моё! Слушайте, может, вам все-таки что-то подсказать? Нам, да, нам нужен А пакеты у вас есть? Киевстар, Водофон. Черный полиэтиленовый для трупов. Ладно, все, не начинай. Купим мы тебе телефон. Правда? Да. Есть у вас Nokia 3310. А?
какая Nokia? Ну какая Nokia? Отличная Nokia. 3 дня батарея держит. Вообще телефон неубиваемый. Так такой компании уже не существует, Nokia! Вот видишь, компании не существует, а телефон есть. Вот это качество, а? Внучек, а давай мне такой купим, а? Так чего, он меня переживет, тебя переживет. Наташке к твоей квартира достанется, а тебе телефон, Nokia, а? Бабушка, он древний, им только орехи колоть. Фу, мне подходит. Сашка, ну хватит мерить вот этими своими категориями. Шкаф страну пережил, отлично, не будем менять. Туфли деда пережили, супер, Лёшка в них на выпускной пойдет. Да у нас видео-двойка, подаренная на свадьбу, до сих пор работает. А у вас, кстати, есть кассета, на которой и Терминатор, и Американский ниндзя на одной стороне, а? А у нас есть, прикиньте! Правда, Терминатор не весь, там кто-то пол Терминатора какой-то дурацкой свадьбой стер. Нашей свадьбой! И вообще, ты помнишь, когда ты последний раз мне что-то дарил? Да! Не помню. А я тебе напомню, на свадьбу! А ты помнишь, что ты мне дарил? Да! Не помню. А я тебе напомню, кассету с Терминатором и ниндзей! Ну? Поэтому я хочу айфон! Все, вы знаете, я, кажется, понял, пора. Вот коробка с телефонами. По-моему, тот редкий случай, когда вы действительно на телефон прямо настрадали. Так, тихо, подождите, есть у вас что-нибудь такое, что по акции, там, я не знаю, серый БУ, например, но пленку тоже не надо покупать, мы, у нас вот со старого скотч остался, мы зафигачим, чтобы там... Я понял, вам 12-й или 13-й? Третий! Паша! Ладно, 5-й. Хотя бы пятый. Где смотреть? Ну, везде смотрите. Ага. Вот, по-моему, 5-й. Я прошу прощения, да. Можно проконсультироваться? Конечно. Нам нужен такой телефон, чтобы звонок был погромче. Чтобы бабушка слышала его, а то мы ей звоним, она трубку не берет часто. Нет, я слышу все, просто я не всегда хочу с вами разговаривать. Если будешь мне телефон новый покупать, то обязательно мелодию вот эту вставь. Вот эту мою любимую. Про инсульт Никитишный. О. Ну, это. Ягода малинка, о-о-о, крутит головой, попадает в то. Так, а где тут про Никитишный? Такая ты грустинка, холодная, как льдинка, хлопает глазами влево-право потолок. Я прошу прощения, кроме громкого звонка, что-то еще нужно? Да, да. Обязательно это пароль поставь от дураков всяких. Это как? А чтобы мне контакты не переименовывали мои. Бабушка, да кто такой ерундой заниматься будет? Не знаю. Вот у Никитишны кто-то обменял, представь, ееного мобильного оператора на слово «дед». И что? А то, что дед у нее умер год назад. И теперь звонит каждую неделю. Предлагает присоединиться к семье. Ага. Еще акции всякие предлагают. Это «приведи друга». Да. А недавно звонит и говорит: «Никитишна, если ты не оплатишь телефон, я тебя отключу». Вот так вот. После этого у нее инсульт и случился. Я дико извиняюсь. Здравствуйте. А вы старые телефоны принимаете? Ну, вы знаете, иногда принимаю. А, хорошо. А вот посмотрите вот это. Господи божечки, это ты! Я ж по нему Брежневу звонила.
Хрущеву. Я же Сталину соседей сдавал. Вот поэтому. Внучек, давай мне этот телефон купим, а? Давай, внучек, пожалуйста. Внучек, я его точно не утоплю в унитазе. Ну, конечно, такой телефон-то за провод вытащить можно. Ага, ну давай купим. Я прошу прощения, вы определились? Нет, вы знаете, мы такие старые не покупаем. Ну, ничего страшного, я его только что по объявлению продал. Никитична какая-то купила. От карга старая! Успела! Я... Не надо. Янка, ну подожди ты, ну скажи мне, ну почему каждый год одно и то же? В смысле одно и то же? Каждый год он разный, он новый. Ладно, ну вот объясни мне, чем они отличаются? Это 12-й айфон, а то 13-й айфон. Окей, это понятно. А вот по функционалу. Мужик, ты что наделал? У нее сейчас деформация мозга идет. Ё-моё, тебе ее ж перепрошивать придется. Да я ее и так каждый год перепрошиваю. Губы, сиськи, жопа. Ничего страшного. Это 12-й, а это 13-й айфон. Господи, какой ты глупый. Господи, нищие. Извините. Скажите, пожалуйста, а у вас есть 13-й айфон? Ну, вы знаете, к сожалению, у нас 13-й айфон только по предзаказу. Ждать где-то месяц. А 14-й? А 14-го нет. А когда будет? Ну, где-то через год. Значит, Буся, у нас секс будет по предзаказу через год. Да нет, так не пойдет. Функционал. Братан, ну, по-братски, объясни мне, в чем разница между 12-м и 13-м? Да, в принципе, никакой, только расположение камер. Так если мы в 12-м камеры переставим, то все? Можно сделать проще. Просто купите 12-й в другом цвете, и все, она даже не заметит. Слушай, тогда можно же еще проще. Просто чехольчик поменять, и все, новый телефон. Да. Где чехлы у вас? Вот там, пожалуйста. Кися? Это 12-й, да. А я хочу 13-й. Пойдем посмотрим, пойдем. Смотри. Здрасте, 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 здрасте. Здрасте. Слушай, короче, такая история у меня. Представляете, каждый день с телефона 500 гривен снимается почему-то. Ну, давайте посмотрим. А, слушайте, ну вы подписались на рассылку от оператора секс-приколов. Вас отписать? А, так это из-за этого? Да. Тогда давайте просто пополним на 500 гривен счет мне. Хорошо. Слушайте, а скажите, а мой телефон может подслушиваться? Ну, в принципе, есть такие приложения. А с чего вы взяли? Жена постоянно знает, где я. А, так подождите, у вас просто включена геолокация, поэтому она с помощью приложения вас легко находит. А, расскажите поподробнее про вот это вот это приложение. В вашем телефоне вообще нет приложений. Nokia! Свободный мужик! Слушайте, у меня еще тут одна проблема. Давайте. Посмотрите. Ага. Вот это смотрите? Да, вот это посмотрите. Интересно. А скажите, а зачем вы мне показываете ваши интимные фото? Не-не, вот это вот посмотрите. Ну-ка еще посмотрите вот это. А, чужие? Это мне из интернета вылезают, это не мои. А, я понял. Представляете, они хотели, чтобы я свой увеличил. А, все, я понимаю. Это контекстная реклама. Это значит, что раньше вы в поисковике задавали, как увеличить, ну... Я? Да у меня нет такой проблемы. Я, наоборот, хотел уменьшить, а то, знаете, такое прям... А пенсию он может увеличить? Одну секунду. Дадим бабушке новое направление. Отчёрки.
пенсию беру. Слушайте, ну у вас здесь, ну правда, столько вирусов, что проще... Согласиться и увеличить, вы считаете? Нет, проще взять новый телефон. Нет, надо соглашаться. Так, уважаемые клиенты, вы простите, но мне нужно скоро закрываться. Закрывайтесь! Стоп! Я без нового айфона отсюда не уйду! Я без нового айфона отсюда не уйду! Вот, если ты не сделаешь себе сиськи, вот так и будешь ходить со своим андроидом. Так я не только с ним хожу, я с ним живу! Живу и мучаюсь! Блин, ну Бося, ну я очень хочу себе 13-й айфон. Ян, ну зачем тебе этот 13-й? Ну потому что у всех уже есть этот телефон, а я хочу такой, чтобы ни у кого не было, понимаешь? Nokia! «3310! Винтаж! Такого точно ни у кого нет!» И вы знаете, вот тут он прав. Пусть я хочу его. Телефон хочу. Ты что, серьезно, что ли? Зачем тебе это старье? Ты бы еще пейджер захотела. Я не знаю, что такое пейджер, но я это хочу. Я хочу, хочу! Тихо, тихо, только не переходи на ультразвук. Сколько? 500 долларов, евро. Гревра! Во! Ну, на, держи. На. А вот этот 12-й кому-то нужен? Давайте я у вас его заберу. А? Это же про Макс. Я для бабушки возьму, он в унитаз не пролезет. Ну давай, да. Вот, пожалуйста. Ага. Нормально. Это что получается? Пошли. Это как так получается? Ладно. Саша, мы шли выбирать мне телефон, а продали твой? Бизнес – это мое. Саша! Саша, я хочу телефон, но как же я? Ладно, слышь, бабуля, ау. Что ты говоришь, у тебя там канализация телефоном забилась? Ага. Давай адрес. Поедем чистить. Саша! Да ладно, что, отмоем, нормальный телефон будет, все. Поехали. Так, это фигня. Выкидываем. Тоже выкидываем, нафиг. И это нафиг выкидываем. Так, до свидания. Что это такое вообще, нафиг? Так, это тоже нафиг. О, нет, это же мой бутерброд вчерашний. Блин. Так, это тоже. До свидания. До свидания. Это что такое вообще? Так. Саша, что ты делаешь? Выкидываю все, что ты в прошлом году понакупала, и этим не пользовалась. Саша, ты что, с ума сошла? Это все очень-очень надо. Очень-очень надо? Вот это вот что такое? Саша, это массажер для губ, смотри. А что ты им раньше не пользовалась? Блин, прикольная штука, надо будет твоей маме такую подарить. Саша. Яна, а ты не говорила, что у нас в постели проблемы. Это что? Саш, ты что, с ума сошел? Ты специально такой массажер для лица, вот так вот, смотри. Ты убери от меня эту штуку вообще. Я думаю, что вот это и вот это в комплекте шло. Хорошо, мы все выбрасываем. Отлично. Отлично. Так. А что ты так быстро согласилась все это повыбрасывать? Просто понимаешь, Сашенька, я заказала новые подарочки. Яна, как так можно? Сейчас в стране кризис, денег ни у кого нет, а ты тратишь деньги опять на какую-то фигню. Сашенька, ну я заказала подарочки всего лишь на $100. На $100? Да. Господи, неужели ты... прочитал мое письмо. Я уже начала экономить. Класс! Да? Супер! Так, и... Блин, это, наверное, пришли эти опять коммунальщики. Сейчас я им пойду. Вот этим вот лицо на массажир. Саша! Ой, здрасте! Ставьте, пожалуйста, сюда. Спасибо большое. До свидания. Это...
Подожди, я что-то не понял. Это мы раньше на диете сидели, а теперь у нас два холодильника будет? Саша, это пришла моя посылочка. Откуда она пришла? Ну, из Китая. Не открывай. Ой, вторую Саша. Посылку из Китая я уже не переживу. Зато я тебе купила спиннинг. Спиннинг? Да. Точно спиннинг? Не спиннер, как в прошлый раз? Потому что все мужики на рыбалке нормально так закидывают спиннинги, только я один спиннер кручу, сижу. Саша, точно спиннинг? Только тут много коробочек, его нужно найти. Ну, давай поищем, так. Чего тут вообще есть. Так, это чего такое? Это нам для утяжеления веса положили, что ли? Саша, это такая специальная, короче, подушечка. Я и тебе, и себе заказала. Классно? Нифига себе, подушечка, блин. Ты чего? Я тебе еще одеяло из шифера куплю, чтобы ты им укрылась и больше никакой фигни не заказывала. С кирпич! Блин, видимо, что-то перепутали. Вот! Вот, правильно и прислали. Держи! Ты чего? Прикольно, мягенький. Да? Тогда я эту подушечку себе забираю. Ага. Хорошо. Так, что тут у нас еще? Часы? Нафига? Это не просто часы, это противоударные часы. Откуда ты знаешь, что они противоударные? Потому что я в рекламе видела, как по ним бьют кирпичом. Наверное, вот этим кирпичом били. Ну, нет у нас часов. Ладно. Так. И это что у нас такое? Ой, короче, заказала себе супер модную футболку. Она стоила раньше $100, а теперь я купила ее за 2. Ты чего, такая же теперь, как я буду? Блин, наверное, что-то переп... это я, короче, тебе! Не, мне такая не нужна, у меня свое есть, натурель, так сказать. Нет, наверное, что-то перепутали, надо будет вернуть. Янка, а ты мне не говорила, что ты собираешься грудь увеличить? Вообще-то я заказывала бюстик от Виктории Секрет. Это больше бюстик от Виктории Павловны? Сюда не только твои секреты. Ты сама сюда залезть можешь. Не, ну оно должно было быть сексуальным. Янчик, вот такая штука может только парашютистов возбуждать. Тоже так. Что-то перепутали, надо вернуть. О, кроссовки. Вроде мой размер. Да, классные кроссовки. Это не просто кроссовки, а электрокроссовки. С подогревом? Нет. Видимо, бракованный чуть-чуть. Бракованный. Мы вернем все. Вернем, обязательно вернем. Так. Зачем нам крышка от унитаза? Ой, короче, это умная крышка от унитаза. В общем, она сама опускается, и еще у нее есть такая функция подогрева. Лучше бы она мне помогала кроссворды разгадывать. И это что такое у нас? Боже, мы мне их прислали! Боже, какой кайф, Саша! Это же такой тренд! Это же специальные трусики для айфона. Трусики для айфона? Да, да. Это мы точно вернем, потому что потом начнется. Мне надо будет шубу для айфона маленькую купить и айфон для айфона купить. Так. Это? О, это крем. Это, короче, очень-очень нужный крем. Яна, у тебя вся ванна этими кремами заставлена. Слушай, ну такого у меня нет. Это специальный крем для увеличения ягодиц. Ты ж просил? Слушай, а им мозги помазать можно? Зачем? Ну, чтоб ты наконец-то поняла, что все, что приходит с Китая, это полный разводняк. Ну, чё, ну можно ж попробовать, блин. Так... О, наушники! Да, это, короче, сверхкрутые наушники. Там такой ультразвук идет вообще, закачаешься. Они опять что-то перепутали. Блин, ну что такое? Ну я же так хотела эти наушники. Хотя они мне очень сильно нравятся. Давай я их себе заберу. Нет, я их себе оставлю. Буду одевать, когда мама твоя будет приезжать. Бомба. Это оставляем. Так, а это что? Зубные щетки? Да, это такие
очень нежные зубные щетки с такой крутой-крутой щетидой. За $2? Посмотрим. Янчик, я тебя хочу расстроить. У нашего унитаза зубов нет. Хотя, стоп. Ты что, купила унитаз с зубами? Нет. Янка, я буду бояться на него ходить. Нет. Хотя, с другой стороны, заменитель-то у меня есть. Саша! Так, вот смотри, что тут у нас. Ой, а это я заказала твоей племяннице. Ну, вроде нормальная кукла. Голова есть, две руки, две ноги. Извращенец, что ты делаешь? Там, как бы, ну, такую куклу лучше детям не дарить. Да и взрослым нежелательно. А что там такое? Мы это 100% вернем. Еще одна кукла. Что такое? Девочка. Да какая девочка? Обычная кукла, не то, не сё, ну, как бы, нормальная. На, это подарим. Я люблю тебя. Поцелуй меня, мама. Ой, здравствуй, Дотя. А я в рекламе видела, что если в нее ставить еще батарейки, то она начнет ходить. Да не хватало, чтобы это чудовище еще ходило по комнате, пугало меня. Нафиг. Саша, нет. Ну я не понимаю, ну что такое сложное время? Сейчас ничего нигде нельзя купить, весь этот карантин. Я так стараюсь, выбрала все новогодние подарки. А ты вот это вот начинаешь, блин. Я елку купила. Елку купила? Какую елку? Новогоднюю елку. За $10. $10? Да. Офигенная елка. Давай под эту елку положим к этим мини-стрингам еще мини-шубку и мини-машинку тебе. Блин, Яна, вот это все фигня полная. Я тебе честно говорю, это надо обратно этим китайцам возвращать. Мне на это даже $100 жалко. Так мы не сможем вернуть, потому что продавец понимает только по-китайски. Здрасте, приехали. Значит, когда они заказы принимают, они по-нашему понимают. А чтобы им вернуть что-то, то они только по-китайски понимают. Так, я сейчас этому доставщику твоему, отсыльщику этому, сейчас письмо напишу. Где его адрес? Вон там написано на коробке. А, о. Что гражданин Пу Хун Ло? Короче, будет просто Хун Ло. Так, уважаемый... Хун Ло, верните нам деньги, а мы вам товар отправить. Ой, так быстро ответили. У них, наверное, стоит шаблон, чтобы отсылать таким, как ты. Так, что там? А, для того, чтобы вернуть товар, вышлите $100. Вот Хун Ло такой, а? Блин. Саша, вот ты вечно всем недоволен. Вот ты даже не посмотрел на спиннинг. Точно. Вот зря ты сейчас про спиннинг сказала. Потому что если там не тот спиннинг, о котором я мечтал, я тебя прибью. Понятно? Янчик. Блин. Это же именно тот спиннинг, о котором я мечтал. Блин, правда? Да. Мечтал, когда мне было 5 лет. Знаешь что, Яночка, а мы сейчас порыбачим. А ну-ка, ловись, рыбка большая и маленькая. Ой, клюнула. А ну давай подтягиваем и залазим в коробочку. Зачем, Саша? Давай. А чего мы залазим? Залазь в садочек. А чего мне залазить? Давай. Саша, Да, залазь. Уважаемый Хун Ло. Отправляю вам товар бесплатно. Саша! До свидания, Яночка! Последний день года, 31 декабря. Так, ой, это, наверное, Галина Кондратьевна, так быстро. Большое, праздничное. Всех вам благ! Новогоднее шоу-концерт. Тут такая тусовка намечается. Дизель-шоу. Это самое доброе шоу. Это ваше любимое шоу. Это самое лучшее шоу из всех.
нашем YouTube-канале.